Венчурная компания Venrock, принадлежащая легендарным Рокфеллерам, объявила о намерении инвестировать в криптовалюту и бизнес-инновации блокчейн. Компания насчитывает около 3 миллиардов долларов. В партнерстве с научным подходом компании CoinFund Venrock поддерживает развитие проекта Props от YouKnow, который сформирован миллионами пользователей. Присутствие крупных финансовых магнатов на криптовалютном рынке вызвало оживление криптосообщества и, возможно, позволит регулирующим органам во всем мире ослабить свою нетерпимую позицию по отношению к этому сегменту финансового рынка.